Йо, братишки, на связи я, Туркникс. Сегодня я хотел бы предоставить вашему вниманию 5 лучших сборок за зиму 2017 года. Все предпочтения лично мои, и с вашими они могут не совпадать. На самом деле, сделать этот топ-5 было очень сложно. На ютубе очень мало хороших сборок, поэтому это заняло намного больше времени, чем планировалось. Я не стал вставлять популярных ютуберов. Я даже уверен, что те сборки вы уже видели. Я же выбрал то, чего вы, скорее всего, еще не видели. Первая сборка — Оттика Ravage. Первое, что сразу бросается, это ЕНБИ. Он просто шикарен. Блум, размытие, тени реально добавляют в эту сборку то, чего нету в других. Цветокоррекция на шикарном уровне, модов по отдельности нету, и сборка, скорее всего, для средних и мощных ПК. Очень мрачная сборка. Создается впечатление, что ты находишься в какой-то Сибири при минус 50. Снег на машинах, хороший зимний мод, темный колор мод и тайм-цикл. Сборка отлично подходит для людей, кто любит мрачную, депрессивную зиму. Фейзер и его новая сборка. Если так посмотреть, его сборка это что-то среднее между первой и второй. Контраст на уровне, мрачная обстановка и в некоторых местах освещение яркое. Но полностью сборка раскрывается именно ночью. Установлен 2DFX, свет от фонарей, эффекты свечения, классный color мод, замененный транспорт и скины. Подведем итоги. Для дневных игроков сборка не очень играбельна из-за большой яркости. Если же ты ночной игрок, то думаю, это одна из лучших сборок для тебя. Следующая сборка от Hugo Romero. Яркая, контрастная сборка модов, красивый тайм-цикл и ENBI для слабых компьютеров с отражением, зимняя карта, HUD, улучшенное освещение. Сборка будет со временем дополняться. Один из главных минусов сборки является то, что она не проверена на стилеры. Это очень сильно отталкивает людей. Но если ты, дорогой друг, умеешь чекать сборку на стилеры, то чекни и играй со спокойной душой на этой классной сборке. Уважающий себя автор, я не могу не поставить сюда и мою сборку. Собирали мы ее в течение 6 стримов. Очень много над ней старались и вышло реально достойно. Сборка для слабых ПК имеет кучу приватных модификаций. Я не буду разводить тавтологию. Каждый из вас может перейти по ссылке в описании и посмотреть полный обзор на мою сборку. Итак, братан, вот и подошел топ-5 сборок к концу. Все ссылки на каждую из сборок и полный обзор на них будет в описании. Очень рассчитываю на ваши лайки и комментарии под этот ролик. Не забывайте про мой паблик ВКонтакте, где модераторы регулярно выкладывают моды именно для вас. А на связи был я, Туркникс. До скорых встреч. Пока-пока.